Добрый день. Куб бочка или баррел куб или октагонал куб. Это очередной shape mod стандартного кубика 3x3. И собирается он по тем же принципам, имеет те же этапы в сборке. Можно встретить вот такую версию. Ее иногда делают из фишер-куба. Вот эта версия, это то же самое, но уже более профессиональная, именно цилиндрической формы. И вот такая еще модификация, где форма та же, но расцветка другая. То есть он послойно, тут здесь зеленый, желтый, синий. Собираются они идентично, очень похожи. Но вот этот вот попроще. Ну, из-за того, что элемент имеет одинаковые цвета. В этом видео я покажу, как собирать обе версии этой головоломки. Начнем с более стандартной версии. То есть имеющей вот такую расцветку. И данная модификация имеет больше общего с кубиком Windmill, или в простонародье мельницей. Особенностью является то, что пары нужно собирать слева от своего центра. А если собрать их с другой стороны, то будут трудности на третьем слое. Начинается все так же с креста. Будем собирать с белого цвета. Видим красный. Синий, здесь вот зеленый и оранжевый. Помимо прочего, здесь, когда мы делаем правильный крест, нужно развернуть вот эти центры. Они имеют свою ориентацию, два различных положения. На самом деле положение 4, но визуально мы можем заметить только 2. То есть здесь вот видно, изгиб центра направлен не так. Поднимаем вверх. Отводим в сторону, разворачиваем в нужное положение, возвращаем, проверяем. Все теперь гладенько, можно опускать. И так делаем с каждым центром. Опять видим, вот здесь изгиб не в ту сторону, больше пальцем это можно ощутить. Поднимаем, отводим в сторонку, подворачиваем центр, возвращаем ребро и опускаем. Повторяем процедуру с синим и с оранжевым. Какие-то центры могут изначально встать правильно. Это тоже нормально. Дальше. Крест собран. Нужно собрать первый слой. Ну, первый и второй слой. К примеру, видим бело-оранжевый угол. Так же, как в обычном кубике 3x3, чтобы его поставить на свое место, слева от оранжевого центра, просто делаем пиф-паф. Оно становится на место. Находим бело-красный угол. Опять ставим слева от красного центра. Бело-синий угол слева от синего центра. То есть, если вы умеете собирать кубик 3x3, то с этим тоже должны справиться. Собрали первый слой, собираем второй. Ребро должно встать сюда. Да? Размещаем над центром своего цвета. И как в методике для начинающих, тем же самым алгоритмом устанавливаем на место. Можно по-разному собирать первые два слоя, но в очередной раз я оповещаю о том, что не стоит использовать ромашки и лесенки, которые в некоторых обучалках применяются, поскольку они разворачивают центры. И вам придется их опять уже на собранном кубике уже более сложными алгоритмами разворачивать. Если делать так, как показываю я, таких проблем не будет. Так, нам нужно вот здесь вот оранжевое ребро, оно здесь, ну и синее. То есть нужно поменять. Ну, как и в кубике 3x3, просто поставим какое-то произвольное ребро вот сюда. Таким образом у нас оранжевое поднялось наверх и устанавливаем его с этой стороны. Ну и теперь синее. Вот два слоя собрались, убеждаемся в том, что пары стоят слева от своего центра,
Значит, все хорошо. Покажу еще раз, но уже методом F2L. При помощи алгоритма F2L собирать, естественно, веселее. И поскольку здесь ребра симметричны, это еще и намного проще. Смотрим. Вот у нас, к примеру, есть какой вот зеленый угол и зеленое ребро. Бело-зеленый угол и просто зеленое ребро. Ребра здесь, естественно, имеют один цвет из-за того, что форма закруглена. Собираем пару, да, и ставим на свое место. Дальше. Красный, красный. Собираем пару, да. Ребро симметричное, поэтому в любом случае пара соберется. И устанавливаем на свое место. Видим бело-оранжевые и оранжевые элементы. То есть вот это можно делать как таким образом, пару собирать. И можно загонять как трехходовку. Результат получится тот же самый. Ребра симметричные. Ну и синяя пара собралась сама. Ставим на место. Видим уже знакомый нам псевдопаритет. Если на кубике при сборке желтого креста выпадает одно ребро, либо три, то это псевдопаритет. Если два ребра или четыре, то значит все нормально. Вот подобная ситуация на стандартном кубике Рубика. Ребро стоит на своем месте, но неправильно развернуто. Поскольку здесь ребра симметричные, мы этого просто не видим. Мы даже не знаем, какое из четырех ребер стоит неправильно. Есть отдельное видео на эту тему, говорил уже не раз, ссылочка будет, если хотите, подробнее посмотрите. Ну и на всякий случай покажу алгоритм еще раз. Извлекаем пару, отводим назад, разбиваем на трехходовку и трехходовку загоняем на свое место. Здесь получится крест, ну или более приемлемая ситуация. Можно так поступать с любым ребром. К примеру, развернем вот это. Извлекаем пару. Отводим назад. Разбиваем на трехходовку. И трехходовку загоняем. Вот у нас получилась какая-то галочка. Ойл можно собирать любым способом. Покажу, как в методе для начинающих. Сначала делаем крест, да? Ну и здесь получается рыбка. Можно повернуть таким образом и при помощи пиф-пафов развернуть, либо выполнить стандартный ойл-алгоритм. Ну, дальше на этапе PLL лучше действовать постепенно. То есть за один алгоритм собрать ребра, ну, за второй углы. Здесь не все PLL-алгоритмы безопасны. Некоторые из них разворачивают центры, особенно те, которые через M-слой делаются. Поэтому выполним в два этапа. Видим, у нас зеленое ребро на месте. Но только одно. Вот так вот. Синее на месте и оранжевое на месте. Разворачиваем их таким образом, что назад и налево. Выполняем алгоритм, переставляющий ребра. Он из методики для начинающих. И получаем, все ребра стоят на местах. Углы здесь двухцветные, ребра одноцветные, но некоторые, поэтому немножко картинка по-другому смотрится, хотя ориентироваться также легко. Смотрим. Вот этот угол стоит правильно. Да, то есть он над своей зеленой парой, которая, ну, слева от центра, если вот так смотреть. Поэтому просто делаем треугольник углов, опять же, из методики для начинающих. Ну и все собрано. Теперь покажу, чем отличается сборка на головоломке вот с такой расцветкой. Стоит сразу заметить, что, к примеру, если будем начинать мы с красного цвета, если расцветка такая немножко нестандартная, хотя это не так уж и важно, то здесь все ребра одинаковые.
ребра у креста. Ну и все углы одинаковые. И так на каждом слое. Это нам сборку упростит. Вот так выглядит головоломка в перемешанном состоянии. Начнем с красного цвета. Поскольку все ребра одинаковые, просто их в любом порядке, красно-зеленые, устанавливаем рядом с красным центром. Единственное, что нам остается для того, чтобы сделать крест правильным, это развернуть центры. Здесь вот на ощупь чувствуем, что все хорошо. Здесь, ну и визуально, и на ощупь видно, что центр повернут неправильно. Так же, как в предыдущей бочке, разворачиваем. Здесь все хорошо. Здесь тоже хорошо. Нам повезло, всего лишь один центр надо было развернуть. Дальше, ну если методом для начинающих по отдельности, вот у нас красно-зеленые углы, они тоже все одинаковые, просто расставляем по своим местам. Из-за множества одинаковых элементов они будут многие скиповать, сразу становиться на свои места, как пример здесь ребра, уже все ребра сами встали на свои места, такое бывает. Давайте для примера покажу. Как устанавливается ребро. То есть вот оно. Желтое ребро ставим рядом с тем местом, куда хотим его установить. И делаем стандартный алгоритм. Ребро пара получается двухцветная. Как-то вот так. Здесь у нас псевдопаритета не выпало, но он также может быть. Как обычно, на всякий случай покажу, как собирать при помощи F2L. Опять же, крест собран правильно. И сразу видим здесь вот зелено-желтую пару. Они все будут одинаковые, поэтому в произвольном порядке их расставляем по своим местам. И, соответственно, пока мы собираем одну пару, может скипануть вторая пара. Также ее ставим. Но, к примеру, у нас пары нет. Да? Даже не будем обращать внимание, что вот пара стоит. К примеру, вот пара, которая собрана неправильно. Мы ее также разделим, да, и стандартным алгоритмом соберем и установим на место. Ну и вот пара. Извлечем ее снизу, разобьем. Ну и вот это как бы трехходовка. Получаем вот так. Если бы мы здесь сделали не трехходовку, а через вот такой алгоритм, да, одноцветная пара, то у нас получится псевдопаритет. То есть видим, у креста три уса, значит нужно развернуть одно из ребер. Просто извлекаем, разбиваем. И выводим на трехходовку. Тем же самым алгоритмом. Да. И что здесь интересно именно в этой расцветке данной головоломки. Поскольку все ребра и углы одинаковые на верхнем слое, сразу после того, как мы сделаем OLL, третий слой весь соберется. Ну, сделаем методом для начинающих, чтобы хоть как-то подольше это было. Так, вот у нас получился крест. В очередной раз нам выпадает рыбка. Собираем рыбку. И вся головоломка собирается. Достаточно простой шейп-мод. Причем, что в такой версии, что в такой. Ну, это уж совсем простая. Много одинаковых элементов сами собираются. Здесь нужно немного следить, чтобы пары устанавливать слева от своего цвета, цвета центра. И как бы просто собирать все этапы кубика Рубика. Здесь достаточно собрать первые два слоя и OLL, PLL собирать не нужно. Сборок с объяснением, наверное, здесь делать смысла нет. Головоломки простые, и уже собрал их дважды.
Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.